Привет, мои дорогие друзья и зрители. Наше путешествие продолжается. Так. Вот мы решили отъехать немножко от Полихрона и отправились в Пивкохори. Пивкохори находится именно вот туда, ближе к концу полуострова Кассандра. Ехать нам минут 20, не больше. Так дорога живописная, она идет вдоль моря. Море находится слева. А мы вот так вот едем. Тут справа красивые дома, белые. Тут вот супермаркеты, магазины вдоль дороги. В отеле постоянно тут ссылки на отели. Супермаркет вот какой огромный. Гранд Виктория. О, какой большой отель. Вайт Бич, белый пляж. Вот здесь вот прямо. Ну, в общем, Пивкохори выглядит ничем не иначе, чем наша Полихрона пока. Единственное, что вот здесь вот такая приятная улица с кафе, ресторанами. Но мы практически в центре. Вот здесь есть типа бутики какие-то даже. Купальники разные фасонов. Магазин сувенира. Мы потихоньку едем. Так, ну вот, как говорится, по променадику. Сейчас мы пешком сюда придем. Ну вот Мерседес тут повернул сейчас. Повернись. И мы за ним. Давай, мы за ним. Ой, как красиво. Тут камни. В общем, разницы никакой, короче. Что у нас там, что тут. Ну, тут на пляже меньше, наверное. Да? Кажется. Да что там. Ой, красота. И сзади тоже красота. Здесь мне больше кажется магазинов как-то в этом городе. А где тут паркинг? Можно задать ему паркинг? Это Пивкохори. Ну и что? Прекрасный тоже пляж мы проехали. Больше отелей. Жара. И там вон море осталось, у которого нам не удалось нигде припарковаться. Сейчас поищем, где паркинг. Где-нибудь припаркуемся. О, отличное, хорошее место. О, паркинг свободный. Вот. Вот мы на самой окраине Пивкохори. И тут мы нашли парк. Вот здесь отлично, никого нет. Здесь вилла уже, вильная часть. Вот здесь вот целый детский городок аттракционов. Вон целые какие-то колеса. Я думаю, вечером здесь еще много народу. Прям вот лунопарк. Да, точно. Там лунопарк. Ну, какие лодочки. Как раньше у нас были, помнишь, лодочки? Только маленькие очень. Для детей. На парк.
Ну вот оно. То, что я хотела Пивкахури посетить, мы его посетили. Такое информационное табло. Центр Македония. Так, голубой флаг, как обычно. Да, тут пляж. Но он ничем не лучше нашего. Даже хуже. Потому что здесь нет такого песка. А вот здесь таверна. Там есть первый ряд этих самых лежаков. Superior Beach Rooms. Полихрон или Пивкахури? Я что-то вообще не нахожу никакой разницы. Может, здесь есть хотя бы эти медузы? Ну, судя по тому, что люди здесь спокойно сидят, я думаю, тут этого тоже нет. Да, здесь есть какие-то камни. Мне тут нравится. Можно чуть-чуть поближе к маяку подойти. Но тут хорошо. А, вон там мягкие пошли. Мы чуть-чуть не дошли. Тут есть мячики. Hello. This is wet. I know it's all wet because of the wave. Okay, maybe this, here. Yes. Да. А вы тоже? Да? Отлично. Все здесь вытереть, песок, чтобы ушел. И вы можете садиться здесь. Ну и что, нормально. Я там буду. Это значит, что она у тебя будет на сайте. Просто, да, чтобы вы знали. У нас 12 евро пара, и все, что вы берете, из вас. Еще плюс? А, то да, есть плюс. Даже не входит кофе? Нет. Нет. Что у вас как-то круто. А это у вас везде так в Пивкахури? И, не знаю, здесь они работают так. Там, ага. Я думаю, у них 20 евро, и за эти 20 евро вы берете лежанки и кофе. А, вот так, там 20, да. Понятно. Ну ладно, хорошо, мы останемся, да? С вами, хорошо. Спасибо вам большое. Вот так. Да, хорошо, спасибо. Да, спасибо. Так, ну так, ребята, вы все слышали.
Ой, медуза! Смотри! Медуза! Какая медуза! Она живая или мертвая? По-моему, живая. Супер! Тут много медуз таки. Ну, я думаю, что не много. Почему она это обидела? Почему я ее не сравнил? Не выпусти. Вон рыбки. Вон они, посмотри. Я тебе таких добычки снять. Вообще вид пляжа, да. Вот такой у нас огромный пляж. По пляжу идти очень трудно. Песок очень рыхлый. Поэтому мы пошли здесь. Вот тут еще статуя сфоткает. Да, да. Это картина маслом. Называется «Медуза». «Медуза Пивкахория». «Медуза Пивкахория». И она этого человека задушила, эта медуза. И, по-моему, ни одного. Тут их много. Жертв. Hello. Пляж Пальмы, ужасно жарко. В общем, если вы любите полихроны, то сидите там и никуда не ездите. В общем, ничего здесь хорошего, в общем, нет. А так антураж, ну, один в один. Просто вот как будто мы идем по... Те же провода натянуты над головой. Единственное отличие, вот этот маяк, который мы сейчас все-таки дойдем до которого. И, конечно, до него дойти, это... Когда ты остановился на другом конце Пивкахория, вот здесь машины тоже так же спокойно стоят себе. Македонцы, румынцы. Для них очень все равно. Что у тебя тут стоянка? Что у тебя тут не стоянка? Лишь бы было близко. Вышел из машины и лег. Где? Да, наконец-то. Это украинцы. Туристы с Украины. Да, подрулили. Я думаю, это из Болгарии наши приехали. У нас там похолодало. А это кто? НМК.
А НМК это кто? НМК? Да. Ну, gratis, monastra. Gratis. Германия? No. Сербия? Македония? Болгария. Ну, монастырь, все, Христос, Мария. А ты на монастыре. Слушай, дай ей дома, чтобы ты не расстраивался. Да, хорошо. Можно только... Мария. Афина. Оли парес, монастырь. Поколи. Окей. Thank you. Потому что... Если вы хотите поехать, вот красиво. Пантелис. Все по-русски справа объясню. Да, добрый день. Супер. Температура. От 9 до 30 до 18 25 евро. 25 евро. Вот лейк вот здесь. Блу лагун. Плав лагун. Да, порта кофу. Окей. Окей, thank you. Bye-bye. А мы сейчас пойдем на маяк. Тут надо. Да. Вот такой у нас пейзаж. Да, вот здесь мы увидели впервые греческих медуз. Вон там они коричневые, такие рыжие. Это рыжая медуза. А вот смотри, вот большая. Да, а вот маленькая, смотри, вот маленькая. А вон там еще одна. И самая большая слева. И там огромная рыжая медуза. Так, и здесь, ой, какая большая медуза, смотри. Я сейчас нырну. О, вообще, это медуза. А, ужас, вон там еще. Вот медуза здесь, оказывается, надо здесь купаться. Вон она плывет. Наше путешествие еще не закончилось. Мы продолжаем наш путь из Певкахори на самый юг одного из пальцев Халкидики – Кассандры. Там есть такая достопримечательность – озеро. Пресное или оно соленое, но оно на берегу моря. Да, и оно соединяется с морем. Поэтому мы хотели до туда доехать и посмотреть, что там есть такое. Ну вот сейчас мы туда и едем вместе с вами. Вот мы едем по такой дорожке. Слева у нас озеро, справа у нас море. Тут много машин. Вот все сидят, созерцают. Все под кустами. Кто где. Мы сейчас где-нибудь остановимся поближе, там, где разрыв. Можно вот здесь остановиться тоже. Но сейчас мы увидим, где и будет свободно. Ой, какие классные сосны. Здесь просто сказка. Дорога, я думаю, там закончится сейчас. Вон они там по дюнам лазят, да. Это уже конец. Просто здесь, смотри, здесь еще есть дорога вдоль озера. Это вдоль моря идет как-то? А, мы сейчас повернем, и вон туда поедем вдоль озера. Так, вот здесь остановимся, вот пока вот тут вот. Ой, только не пойдем же, конечно, к этим. Давай в тенек вот здесь, да, под деревом. Сейчас поснимаем здесь. О! Вообще супер место, конечно. Супер-супер. Мы сейчас под деревом постоим, тут немножко поснимаем. Вид у нас вот такой примерно. Мы с
стоим вот прямо на самом кончике перед соединением моря и озера. Здесь можно арендовать лодку и плыть. А вот здесь вот все стоят, кто с чем. Кто-то жарит шашлыки. Да. Мы сейчас вот сюда пойдем. О, какой запах! Вот мы сюда. О, супер! Смотри, какой супер! Супер вообще! Вон эти боты, которые можно арендовать. Это вообще... Место вообще топовое, конечно. А там вот лодки стоят. Сосны. Красота. В этих соснах стоят люди и отдыхают. Дышат воздухом, катаются на катерочках, которых здесь в изобилии просто. Это озеро служит местом парковки, по-моему, для катеров и яхт. Да можно везде подъехать, да, можно подъехать. Да везде. Везде, но не везде есть свободное место. Ну да, конечно, здесь все зависит от свободных мест. Вот здесь есть свободное место. Да, здесь есть свободное место. Если бы мы сейчас пикник бы делали, мы бы делали его здесь. Там кто-то уже шашлычки жарит на бережке. И мне кажется, у них не самое лучшее место. Они там на место въезда как бы встали, но здесь-то намного красивее в соснах. Вот здесь вот. Ну, вот их вид, да, вот здесь красиво очень. Вот здесь лодочки. И мы сейчас посмотрим, какая водичка. И вот здесь есть заезд. Вон он, каблук даже тут и стоит. Просто я не понимаю, почему... Вода здесь называется голубая. Говорят, что здесь какая-то особенная голубая вода. Но я что-то, по-моему, грязная она вообще-то. Да вообще грязь какая. Да, я не знаю. Вода голубая была только там, где мы снимали дроном. А, ну да, здесь все. Я не знаю, пресная вода или нет. Но здесь место парковки яхт, и здесь довольно грязная вода. Интересно, пресная она или нет?
Не, вода соленая. Не такая соленая, как в море. Но вода соленая. И довольно грязная. Это место парковки яхт. Самые красивые виды, конечно, там, которые идут на море. Ну да, сосны, сосны, сосны. Тут у них молодые шишечки. Классные. В этом прекрасном месте среди сосен мы и закончим наше путешествие. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем добра и мира!